чего расселся? Да вон, на крыше. Да, актив сила. Подвинься. Это надо же, а? А ты что сидишь, Василий? А я с напарником сменами поменялся. Ребятишкам нужно фигурку освоить. Эх, вы мученики. Колеса. Молоко вскипяти. Вот, вот это правильно. Всякое начинание должно начинаться с чего? С уважения к общественному порядку. Все правильно. Пошли. Управление. Здравствуйте. Здрасте. Таня, куда же вы? На работу. Так садитесь, мы вас до завода подбросим. Спасибо. Садитесь, садитесь. День с позаранку. Куда вы торопитесь? Куда? Трудящиеся уже на работу ушли. А кто с ночной? А кто с ночной, тому хоть из пушек в поле не проснется. Ишь ты какой прыткий. Твоему приятелю посылка из-за границы. Толику? Угу. От родителей. Кокосовых орешков поедим. Они еще крокодильчика обещали прислать. Что? Сушеного. Фу ты. Правильно. Лучше бы электродрель прислали, она в магазине 25 рубчиков стоит. Толик! Круглый! Толик! Толик, я тебя не первый раз прошу, не бей яйцо об стол. Когда я вернусь к себе, когда приедут твои родители, ты поступай, как они сочтут возможным. А при мне, пожалуйста, будь любезен. Здрасте. Здравствуй. На, держи, извещение на посылку. Чё, стой, 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 стой. Заодно возьми газеты. На. Одна, вторая и журнал. Угу. Ну, будь здоров. Спасибо. До свидания. Шкряга. Привет. Видал, актив. Спи до 10 часов. А ты кричишь, ни свет, ни заря. А ты вылазь. А что это у тебя с рукой? Так нарывает. От грязи. Рук никогда не моете. А ты вылазь. Дядя Вась, можно я с Бурькой прокачусь? Нет. Почему вы меня в кружок не записываете? А ты расти быстрее. Мала еще. 9 лет. Давай, вылазь, вылазь. Кешка, ты коридор подмел? Угу. И кухню? Угу. Сухим веником, наверное. Ну, Анечка, я терплю, терплю, но когда-нибудь я не вытерплю. Освобождайте трассу! Ну, что? Да. Ну, вперед! Прямо Уточкин, даже ногу не переехал.
Видал, я ему ногу выставил. А зачем ты ему ноги выставляешь? Они же у тебя раненые. И к тому же простуженные, а ты выставляешь. Зачем? А, прохлаждаетесь. Время вам ничего не говорит. Говори. Тихо, тихо. Чрезмерное любопытство. От примерного поведения вычитаем 10 копеек. О. Так. О! Конфетки! Ребят, позовем! Да, излишняя поспешность. Еще 10 копеек вычитаем. Нельзя же так. Да. Что же останется? Именно, только так. Что останется, я могу тебе сказать. Из примерного поведения за неделю у тебя остается 30 копеек. Если дело дальше пойдет в таком темпе, я боюсь, ты обанкротишься. Я это померяю. Угу. О, наверное, тоже конфеты. Тетя Люсь? Да. Красиво. А. А что это? Сейчас посмотрим, давай. Ну-ка, дай сюда. Так, как стать богатым? Это учебник, наверное? Автор Миссер. Это в переводе означает бедный. Made in, сделано в Сингапуре. Интересно. Толика, а почему ты изучаешь немецкий язык? Не знаю. Наш немка говорит немецкий, язык философов. Так, значит, положите в этот круг монету, и вы узнаете секрет. Ну-ка, давай монету. У меня нет. Толик, Толик, чрезмерная жадность... У меня все в копилке. А, хорошо. Сейчас. Давай. Ну-ка. Понятно. Нет, я все понимаю. Это насмешка над моим методом. Да. Вот она, благодарность. Твои родители, конечно, могли быть и поделикатней. Уникально, Борька, Кешка, уникальный фокус. Анечка. Что? Я все думаю, почему тебя Анечкой зовут? Все как попало, а тебя Анечка. Не знаю, меня так бабушка зовет, и все. Мне и самой не нравится. А что это? Фокус. Положи монетку. Чего, у чего? У меня нету с собой. Не ношу. Положите. Сейчас. Ну, положите. Кто? На. Здорово. А что это? Книга «Как стать богатым». Подарок из Сингапура. Кто хочет полюбоваться? Положите еще монетку. А у меня нет. Что положить? Куда? Монетку. Фантастика. Здорово. Ну и техника. Даже мороз по коже. Ага. Не обманешь. Чистая работа. Давайте купим на эти деньги мороженое. Давайте! Ну, не открывается. Да дай я! Нет! На молоко! Не надо! Да, зачем? Нам надо! Ломайте! Ну, давай попробуем! Да, да. А где дядя Вася? Да Софи! А я знаю! Надо к Женьке Крупицам уйти. Он умеет замки. Плавка. Мотогонщики, привет, привет. Привет. Чем пожаловали? А нам открыть. Молчок, ни слова. Проходите, садитесь, проходите. Садитесь, садитесь, я на вас выход проверю. А то мне надоело перед родственниками выступать. Держи, садитесь, дай сюда. Вдвоем держите крепче. Все сели? Да. Ага. Это как бы сцена. Понятно? Ага. Ага. Вы восторженные зрители и почитатели. Меня нет.
Конферансье объявил мой выход. Вы в восторге и нетерпении. Ну, стучите ногами и хлопайте. Плохо. Почему? Жидко. Вот как надо. Женя, Женечка, открой нам. Открой, пожалуйста. Открой, она там на мороженое собрана. Открой. Интересно, как стать богатым? Посмотрим. Положи монетку. Положи, положи. Положи. Ну как? Вот это да. Ну, артисты взломом не занимаются. А ты же мне зимой портфель открывал. Тогда я еще не был артистом. Чем это у вас тут пахнет? А, предпочтительно нафталином. Мои родители просто обожают этот классический запах. Кстати, дай-ка мне эту штучку на часок. Ты чего? Нет. В рекламных целях, в рекламных. Ну, Жень, ну, пожалуйста. Ну, ведь не получилось твоя реклама. Получится. Ну, Жень, ну, я же не могу. Ну, мне домой пора. Тетя Люся оштрафует за опоздание. Ну, Жень, ну, пожалуйста. Голубая гитара, вы под Высоцкого можете? А под Адамо можете? Сказано нет. А под кого же? Под Евгения Крупицына. Ты его знаешь? Не знаю. Ах, не знаете. Еще узнаете. Евгений Крупицын. Это он и есть. Ой. Вот он. Автографов не даем. Тоже мне. Может, ты и песни сам сочиняешь? Сочиняет. Не сочиняет, а врет. Пошли. Может, споешь? Спою. Только свою. Пожалуйста. Новинка сезона. Только чур к словам не придираться. Слова еще не сочинил. Пока только рыба. Какая рыба? Селедка? Все знают. Ихтиологи. Ну ладно, ладно, пой. Пой свою рыбу. Меня укусил гиппопотам. С испугу я на веточку залез. И вот я здесь, а нога моя там. Меня укусил гиппопотам. Но это был не гиппопотам, а просто старый верблюд. Только маленький шрам. Меня укусил бегемот. С испугу я на веточку залез. И вот я там, а нога моя вот. Меня укусил бегемот. Но это был не бегемот, а просто гиппопотам. И вот я тут, и нога моя вот. Остался только маленький шрам. У вас получается. Пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас автограф не дает, а когда станет знаменитым? Тогда дам. А это у вас что, транзистор? Заграничная штука. Как стать богатым? Привет, менестрель. Здравствуй, Сережа. Наконец-то. Хорошо поешь. Слушай, Сережа. Чего? Мне деньги передали. Ай-яй-яй. Ну, та женщина, которой я выдру отнес. Ну, правильно, теперь их нужно тому парню в комиссионный отнести. Тебе правильно, а я всю неделю дрожал. Что так? Переломный возраст требует повышенной бдительности с родительской стороны. Отец, ты и дело мои вещи перетрясешь. Ну, прости, старик, не учел. Что это у тебя? Заграничная шутка, как стать богатым. Ха. Я одного... Женька, отдай! Здорово! Вот фрукт, совсем с ума сбился. А что такое? За каждое дело ему деньги платит. В магазин сбегает, гривенник, книжку почитает, два. А за кто написал картину «Мальчик на шаре» – полтинник. Я же на мопед ведь. Так кто написал картину «Девочка на шаре»? Пикассо. Молодец. Правильно. Что вы делаете? Вы уже рубль положили. Да ну. 5 по 20. Смотри, целый с рубль такой машинкой не только на мопед, на мотоцикл накопить можно, правда? Полезная игрушка. Садись. Хорошая штука мотоцикл, а? Да. Хорошая, куда хочешь поедешь. А катер лучше. Ну, еще лучше и то, и другое, только это трудно. Вообще, копить деньги, конечно, это прекрасно, но уж очень долго.
А что, если вам попробовать заработать? Вдвоем. Да вы же в раз это сможете. Как? Ну, существует тысяча способов честного заработка с пользой для государства и для граждан. Вы думаете, что наша эпоха называется атомной? Какой же еще? Она называется эпохой утилизации. Ничто не должно пропадать. Макулатура, банки, бутылки, пластмасса, книги старые, тряпье. Все в дело. Да ну, мы макулатуру в школу сдаем. Они сдают. Это они сдают. Трудятся вообще младшие классы, а директор школы на вырученные деньги покупает магнитофоны, на которые вы записываете свои стишки лирические. Точно так. Работайте без посредников, прямо на склад вторсырья. Государство выгоды, транспорт же освобождается. Вон у меня есть приятель, диплом пишет. Ни секунды свободны, вся квартира в бутылках из-под кефира. Уступит за 50%. А если вы еще за продуктами сбегаете, отдаст за так. Давайте адрес. Мы сходим. Полы помоем. Суп сварим в порядке шефа. Ишь какие. Кто на мотоцикл копит? Тихо, тихо. Вы не лезьте. Тихо, тихо, тихо. Давай вдвоем на мотоцикл копить. Что ты? У тебя ж вон сколько, а у меня ничего. Вот если бы все вместе с Борькой брысим. Вместе да вместе, и вообще. Что? Все Борька да Борька. Но ведь он больше всех нас делает. Ему дяди Вася все объясняет. А тут еще это Анечка-манечка. Нехорошо ты говоришь. Тебя даже слушать не хочется. Ну и не слушай. Ладно, не обижайся. Я, наверное, потому злюсь, что мне вообще эти автомобили не по душе. Тетя Люся права. Они разобщают человека с природой. Вообще-то это так. Но с другой стороны... С другой стороны катер. Давай на катер копить. Знаешь, катер очень дорого стоит. Ну не на катер, так на лодку с мотором. В моем папином институте пристань есть. Мы туда ее поставим. На лодку можно. Всех ребят позовем и поедем путешествовать. Ага. По речкам, по морям. Ага. Только пока никому. Секрет. Сюрприз называется. Внимание, внимание. Тренировка клуба «Искра» закончена. Трасса предоставляется клубу «Мотор». Повторяю, тренировка клуба «Искра» закончена. Трасса предоставляется клубу «Мотор». Вы из какого клуба? Из нашего. Из нашего. А как ваш клуб называется? Колесо. Какое название? Да такого не бывает. Вот у нас мотор, у них энергия, а у них комета. А у нас колесо. Подумаешь, мотор. А вот ты поезжай на моторе без колеса. Энергия, комета. А что вы с этой энергией без колеса делать станете? Ну, на воздушной подушке можно. Вот и назовите ваш клуб «Подушка». Слышите, Борька, Кешка, у них клуб «Подушка». Сам знаешь. Пройдете проверку. С машиной в технической комиссии. Угу. Зарегистрируете клуб. У вас сколько человек? Пока пятеро. Маловато. И машин маловато. Да, но мы же не при дворце пионеров. Мы хотим при жилищной конторе. Вряд ли они вас возьмут. Для них даже водопровод обуза. Да. А на что же вы карт купили? Построили. Ага, построили. Энтузиасты, значит. Выходит так. А как же ваш клуб называется? Не иначе рекорд. Энтузиасты любят такие названия. Так как наш клуб называется? Колесо. Колесо. Какое еще колесо? Рекорд. Да колесо лучше. Можете тренироваться здесь. Только постарайтесь все побыстрее оформить. Хорошо. Ну-ка попробуй. Давай. Будь внимателен. Прижимайся правой бровкой.
Тамочка, проходи сюда, пожалуйста. Здравствуй, лапонька. Здрасте. Это что здесь происходит? Сжигание книг? Аутодафе? Не, нам на лето задание макулатуру собрать. Тама, а? Ты посмотри, а? Что такое? Оказывается, наши с тобой биографии теперь макулатурой называются. Наша прекрасная юность. Это же афиши, я привезла их. Люда. Из дома специально, чтобы иногда как-то посмотреть, вспомнить, всплакнуть. Я тебя понимаю. Умилиться. А он, я тебя штрафую на 50 копеек. Мало. Рубль. За что? За вандализм. Цыганский барон. Тамара, ты помнишь? Кто нас венчал? Сказать. Скажи. Это текст такой, Тамара. Ну, я при знаю, чем что это такой текст. Ну, ты скажи, сказать. А не пой. Почему? Потому что в этом месте всегда фальшиво. Я фальшиво? Всегда. Я Корсунского пела. О чем ты говоришь? Ну, это же на радио ты пела. Ну, и что это очень ответственно? А в театре всегда пела Котон или Корнеева Левитан. О чем ты говоришь, Тамара? Мой партнер был Ильчук. Сам Ильчук? Котовщиков Анатолий. Ну, Котовщиков на радио Джузеппе Секирин мне всегда говорил, а это был выдающийся, что? Какое варварство. Сонеты Шекспира тоже в мусорный ящик. Шекспир! Так. Шекспир, быстрее кольцо, неси, перестань, перестань, ты этого никогда не играла. Это монолог Джульетты. Кольцо, Киплинг, Фет. Это варварство. Я пыталась привить тебе эстетические начала, Люда, а ты... Лю, ты взгляни. Елена и Борис Каширин. Частица чертова заключена под час. Вон. Вон! Вон. Вон. Шкряга. Вон. Шкряга. Унеси. Рубль дадите, выброшу. Унеси ее, я тебе рубль дам. Шкряжка. Я тебе два дам. Только убери ее далеко, далеко. Далеко, чтобы далеко. Она дороги сюда обратно не нашла. Стойте, не вот надо. Я тебя... Тама! Что с тобой? Ничего. Тетя Люся? Две тети Люси. У тебя что-нибудь есть? Ничего. Мы же в новую квартиру переезжаем. В новый дом. А у тебя? У нас полно. Но тетя Люся категорически. Вот, только одна шкряга. Ой, шкряга. Тетя Люся рубль дает, чтоб я ее выбросил. Ты? Я, что делать? Давай ее в зоомагазин сдадим. Еще заработаем. Нет. А ее кто-нибудь купит. Хороший человек. Отдай ее мне. Ты что, от тебя уйдет. По дому станет бегать. Тетя Люся увидит, штрафует за обман. Ты же ее в клетку не посадишь. Нет. Иди, получай свой рубль 30 копеек. Тетенька, не продавайте ее до завтра. Я ее завтра выкуплю. Как же мы ее отыщем в общей клетке? А вы ее пометьте. Как? Бантиком? Нет, чернилами. Ну, давай. Спасибо, тетенька. Я завтра приду. Обязательно. Мари, сколько? Спал бы еще. Здравствуйте, дед Вася. Доброе утро. Раз, два, три, четыре. Женька, ну ты на чего в такую рань встал? Тихо.
тебе помочь? Ну, давай тогда быстрее. Ты что? Чего это они? Я им кричу, кричу. Они бегом, с велосипедами, рюкзаками. А может, они в турпоход пошли? Ты же им, наверное, передыху не даешь. Им же ведь тоже нужно почитать, в кино сходить, да и просто так погулять. А как там Анечка? Все на лету ловит, головастая. А у Синки рука нарывает. Их вчера с Толиком целый день во дворе не было. Не понимаю, что ли? Торопиться ведь нужно. Ну-ну-ну, ты торопись, да смотри, не надорвись. Шел бы с ними. Не. Ты чего, какой-то? Да не нравится мне что-то этот их турпоход. Старый знакомый. Ну, молодцы, что пожаловали, ребята. Проходи, проходи. Так, так, вот. Со мной пойдут, Захарыч. Нас тут все равно не пропустят. Ничего, пошли за мной. Что, точно на моторную лодку, а? Да. Ладно. Эти бутылки снесете на приемный пункт. Угу. А вот это вот... Это работоспособная женщина с руками, это рвут. Да. Отнесете букинисту, что на Приморской. Скажите, мол, от Мирона Александровича. Повтори. От Мирона Александровича. Привет. Привет. Правильно. А то журнал заграничный. Начнутся вопросы, допросы, зачем, почему, откуда, куда. Как читается буква? У. У. Уро. Урода. Хороша, хороша урода, а? Да ну. Насчет торсырья не беспокойтесь. Как только накопим побольше, сразу деньги на бочку. Ну что ж, будь готов? Ага. Будь готов? Давай сюда сложим все. Давай. Помогай, 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 помогай. Осторожнее, осторожнее, только не помни. Ну, купцы, все для себя придумали. Не, чтобы для всех придумать. Сима-то, Сима, вот тебе и Тихоня. Фу, тише, посмотри. На что теперь там смотреть? Да посмотри, тебе говорят. Мирон, мы с тобой больше не встречаемся. Батарейки будешь получать через этих мальчишек. Я тебе позвоню, назначу время, место. Они принесут. Мне с тобой встречаться опасно. Ты им сам батарейки давать будешь? Нет, они меня и в глаза видеть не должны. Верный человек? Верный, поскольку глупый. Менестрель, композитор. Грезит, наверное, о красивой жизни, дурачок. А где она, красивая жизнь? Тебе-то что жаловаться? Денег куры не клюют. А что я могу на них купить? Куда поехать? В Ниццу? В Винницу? Я даже баранку себе купить не могу. Спросят, откуда у завсклада машина? Ладно. Душу откроешь когда-нибудь в уголовном розыске. Ну ладно, ладно. Привет, жди посылку. Шутник. Thank you.
только. Угу. Поехали. Толик, давай по мороженому. Давай. У тебя свои есть? Тут у меня на два не хватает. Слушай, так ты из крупных возьми, мы же заработали. Нет, из крупных нельзя. Сегодня рубль, завтра два, так и пойдет. Ну тогда хоть одно на двоих. Это можно. Ого! И пожалуйста. Мне, сейчас, сейчас. Спасибо. Мне две порции. Ты чего без очереди лезешь? Вот какое. Я еще утром занимал. Стоял. Стоял, стоял. Сим, может, без мороженого обойдемся? Что? Без мороженого. Спасибо. Да что ты? В нашем мороженом 6 витаминов, 2 фермента. А знаешь, сколько белков? Пожалуйста. Она и заодно позабыла взять. Наешь и будь здоров. Я не буду. Чего ты? Смотри, сколько у нее без пользы ушло. Ну кто же сосчитает? Ладно, ешь. И не мудри. Я все равно не буду. Не хочешь, как хочешь. Ма. Иду. Разгуливаете? А вы что разгуливаете? Да мы так гуляем. И мы гуляем. Погода хорошая. Тогда лучше бы шли на море. Че тут гулять? И вы бы шли на море. А мы чуть погодя пойдем. Мы вот смотрим на эту вот яву и размышляем. Купить нам мотоцикл, а? Или моторную лодку? Моторную лодку лучше. Вот-вот. Для всего двора. У нас мысль возникла. Собрать всем двором макулатуру. Целую гору бутылок, банок, металлолому. Сдать все организованно. И купить для всех мотоцикл или моторку. А что, давай, а? Давай. Нет. Я мараться не стану. По квартирам бегать, клянчить. И вообще, макулатуру нужно в школу сдавать. На тракторы для колхоза. Вы что, без понятия? Ну ладно. Не ожидал я от тебя круглый такого поворота. Теперь ты мне не друг, и все. И разговор окончен. А ты, Сима? А что я? Мы же сюрприз. А мотоцикл? Не для колхозов, что ли? Или моторная лодка? Если ребята с детства механики обучатся, кому польза? Видали? Эксплуататоры. Мальчишки, давайте их поколотим. Точно, давай. Да ну, об них еще руки марать. Правда. Давай вместе со всеми. Безо всяких сюрпризов. Ну иди к ним. И вообще про моторку и про сюрприз я так, от скуки сказал. Я на мотоцикл копить буду. Ты? Я. Нравится? Нет, вы еще прописать надо. Тетенька, шутку заграничную хотите увидеть? Шутку? А ну покажи, что за книжечка. How to get wealthy. Как стать богатым? Да. Что? Вложите 3 копеечки в ямочку. Провалится? Нет, не провалится. Фокус. Положите, положите. А пятачок подойдет? Ой, еще лучше подойдет. Смотри-ка. Ой, я сделала. Опять? А это? Ой. Деньги есть, а мороженое покупать? Не на что.
что, не открывается? Нет? Ах ты мой бедненький Рокфеллер. На. На тебе деньги на мороженое, а то умрешь с голоду. Спасибо. До свидания. Отдавай мне 1 рубль 30 копеек. А чего? Отдавай, я тебе говорю. А. Тогда давай стукаться. Да у тебя ж рука больная. Неважно, я тебя одной бить буду. А лежачего не бьют. Отдавай, я тебе говорю. Отдай! Куда хватаешь? Смотри, отдай! Отдай сейчас же, не трогай! Отдай! Отдай сейчас же! А что? Они все соберут для себя, а мы соберем для всех. Они все ограбят, а нам на бензин. На чем гоняться будем? Дядь Вася не миллионер, нам бензин покупать. Хм. Я ему поверю. Я думала, он действительно сюрприз готовит для всех. Вот-вот, о чем я и говорю. И не о чем говорить. Нужно афишу писать. Все на субботник. И наглядную агитацию. Красивую. Нужно пораньше вставать. А то не успеем. Он все к рукам приберет. Кто приберет? Ой! Ой, шкряшка. Иди сюда. А почему у нее хвост чернели? Где? Ее в рабство продали. А я ее выкупила. А ну-ка, внучка, слезай. Ну и пойдем со мной. Пойдем. Толик, что это такое, а? Она сама открылась. Вон сколько в ней. О. Толя, пожалуйста, сбегай за подсолнечным маслом, а? Я... 10 копеек. Только деньги вперед. Толя. Толя. Толя, шкряга. Ты не выполнил мою просьбу. Выполнил? Я ее в зоомагазин отдал. Сбежала. Давайте я еще раз отнесу. Мне не трудно, только деньги вперед. Боже мой. Боже мой. Наверное, я что-то напутала с этой системой воспитания. Шкряга, на. Ну, пойдешь за постным маслом? Всех школьников и дошкольников просим принять активное участие в сборе сырья для покупки бензина. Да, товарищи взрослые, присоединяйтесь. Дети, посмотрите на эти вещи. Они старые, не трогать вредите, никому не нужные. У родителей спросите и все похожее несите. Принимаем! А у меня еще одна тайна есть. Какая? Восторг! Как увидите, так завяжите от радости. Ой, не выдержу. Ой, проболтаюсь. Играли в лапту, в чижа, в шашки, в шахматы. Так. А теперь в технику. Совершенно правильно, бабуся. Существуют настольные игры. Ну как? Ну как? Здорово придумано. Только для воздействия на психику музыки не хватает. Так сыграй! Пожалуйста. Кому покоя не давай. Музыкальный сюрприз посвящается мальчику с копилкой. 1 купил гармошку, другой купил мартышку, а третий даже книжку и тетрадь.
А я пошел, купил себе копилочку, кубышку. Ничего не буду делать, только деньги собирать. Копи, 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 копилочка, копи, 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 копеечку. Помаленечку немало соберу. Аля, через 200 я тебя открою, сосчитаю денежки, охну и замру. Аля, через 200 я тебя открою, сосчитаю денежки, охну и замру. Ты лишнюю монетку потратишь на конфетку, пойдешь на стадион или в кино. А я медную сдачу ни на что не трачу, я их в кубышку прячу, когда нет никого. Копи, 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 копилочка, копи, 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 копеечку, помаленечку немало соберу. Аля, через 200 я тебя открою, сосчитаю денежки, охну и замру. Аля, через 200 я тебя открою, сосчитаю денежки, охну и замру. Это что за самодеятельность-то, а? Что за картинг-клуб? Да вот, придумали. Субботник, что ли? Здравствуйте. Вы по какому делу, товарищ? Это что, подписать? Да нет, подписать мало, надо прочитать. Городской комитет ДОСААФ ходатайствует перед жилищной эксплуатационной конторой номер 17 об организации при домохозяйстве спортивного картинг-клуба? Чего-чего? Картинг-клуба. Да сам берет на себя обязательства. Берет обязательства. А средства? Кто мне даст средства? Кто? Да у вас же есть средства на культмассовые нужды. Знаете, не надо это. Я их на культмассовые потрачу. У меня 6 домов, озеленение, наглядная агитация, детская площадка, песочница. Вон. Жизнь, как в кино. Во всем управхоз виноват. Ну, кушайте у правхоза. Смейтесь над управхозом. Ай. Кибернетика у правхоза нужна, чтобы всякую мелочь учесть. Вот что я вам скажу. Хорошо, я побываю у начальника райжилотдела с этой вашей бумажкой. Но, товарищ Гаврилин, как вы думаете, кто нынче кубок выиграет, Спартак или ЦСКА? Вот я за ЦСКА болею. А я за колесо. Чего тебе? Макулатура, вторсырьё. А, забирай, забирай. Спасибо. Вы первый подъезд? Угу. Вы второй? Ага. А вы за мной. А мы... Анечка, Костик, вперед. А мы куда? За мной. Меня забыли. Макулатуру, вторсырьё. Мы уже отдали. До вас мальчик приходил. Ну, круглый. Да не работает. Макулатуру, вторсырьё. Нет, у нас все взяли. Такой кругленький приходил. Макулатура, вторсырьё. Вы что, не можете организовать труд? В одно место по два раза бегаете. Надо только же бегать по системе. 4-2-4. Не нашли ничего. Нет ничего. У нас тоже нету. Все кругом захапал. Ну, кошелот. Я же говорил, надо было раньше вставать. А пошли в другой дом, а? Пошли! Пойдем! Пойдем!
куда это все дену? У меня ни машин, ни грузчиков. Ну, два самосвала я вам дам. Экспедицию переводят, заодно и ваше добро заберем. Правда, насчет грузчиков у меня ведь тоже. А кто собирал, тот и погрузит. Хорошо все складывается. И двор чистый, и план по вторсырью выполнен. Да, а как с клубом? Хорошую затею затеяли. Я? Вешайте мне на шею, пожалуйста. Она у меня тонкая, она же сломаться может. Картинг-клуб, общество начинающих домохозяек, ансамбль народного свиста, танец с саблями, и-я-ха! А что? Неплохая программа для Жековского клуба. Вы, Яков Григорьевич, прирожденный организатор самодеятельности и досуга. Да. Вот как с помещением только быть? Помещение нужно. Берите мой кабинет, квартиру мою берите. Ну, зачем квартиру? У вас на заднем дворе каретный сарай есть. Сарай? Вы видели этот сарай? Нет? Так посмотрите, посмотрите. Еще одна секция. Автореликты. Дети, записывайтесь в педальную секцию автоспорта с 5 до 9 лет. А меня? А тебе еще подрасти надо. А, бип-бип. Граничный фокус. Положи монетку. А, знаем, знаем. А, вот ты-то мне и нужен. Иди сюда. Чего? Тебе от Сережи привет. А какого еще Сережи? Забыл. А кто тебя научил утиль собирать? А. На вот. Чего это? Батарейки к японскому транзистору. А-а-а. Сережа просил отнести. Рубль заработаешь. Деньги вперед. Сережа сказал, что там заплатят. А-а-а. А где там? 6 часов будешь гулять у стадиона. К тебе подойдут и спросят. Фудзи Электро? Тому и отдашь. Повтори. К Фудзи Электро? Так. Смотри, что у меня есть. Чего это? Паганини Стил, лучшие в мире струночки. Сереж достал. Душевный парень. Музыку любит. Борька! Борь! Кешка, скорее! Подожди к нам! Снимаю. Ага. Так, не верно. Знаешь, Женька Тойки какой-то пакет передал для продажи. Он пошел такой важный. Надо что-то делать, больше терпеть нельзя. А то он совсем свихнется. Внимание, снимай. Стой, Толик! Стой, стой. Отпустите, Цыглян, отпустите, я тороплюсь. Последнее время ты очень торопишь. Да. Ну, сколько уже нахапал? Да. Отдай. Отдайте. Я закричу. Отдайте! Батарейки! Что я говорила? Да. Что тут у вас происходит? Вот, спекулянта поймали. Только круглого. Вот, посмотрите. Любопытное электричество. Ну-ка, пойдешь со мной. Чего? Я же не хотел, я не знал, я ведь только нес. Перестань. Распустил меня, как маленький. Люди смотрят. Все? Угу. Пойдешь со мной. А вы марш по домам и язык держать за зубами, ясно? Ясно, я спрашиваю? Мы же не маленькие. Нас хоть стреляй, хоть из пушки, хоть каленым железом. Конечно. Ну ладно, пошли.
Постойте-ка. Это же были алмазы. Бриллианты. Бриллиантовая рука. Контрабандисты. Мы же про Усатого не сказали. И про Кожаного. Да. Их, наверное, целая шайка. Конечно. Нам Николай Евдокимович, к нашему участковому. Очень немедленно. Немедленно, мы с ним в одном доме живем. Ну да, так уж и немедленно. Пожалуйста. Товарищ капитан. Тут пацаны к вам. Да. Из вашего дома. Угу. Ну, говорят, очень немедленно. Очень и очень. Да. Что у вас? Важные сведения. Государственные важные. Важные? Тихо, важные сведения. Не шумите. Седьмая комната, проходите. Ага. Вдвоем. Вы двое останетесь, давай, давай. Почему? Василенко проведи. Ага. Ну, как погуляйте, же нам? Погуляйте, погуляйте. А почему? Погуляйте. Кожаный говорит Усатый, батарейки тебе пацан принесет. А Усатый говорит, зачем мне такая веселая жизнь, если я деньги потратить не могу? У меня их в Виннице даже куры не клюют. А Кожаный говорит, не тебе жаловаться, я через своего парня батарейки передам. Вот этому, но только круглым. Он к тебе подойдет, а ты как бы его купишь. Нам с тобой встречаться опасно. Погодите, погодите, ничего не понимаю. Давай, Борька, ты по порядку. А вдруг бедного только в тюрьму посадят? Жалко. Ничего не жалко. Посадят на 10 суток и пусть. Не будет таким спекулянтом. Все равно жалко. Он ведь, в принципе, был добрый. Угу. Смотри. Дайте мне наган с пулями, я их на чистую воду выведу. Да ты и без нагана справишься. Домой, домой. Не бойся, мы рядом будем. Переодетые будете? Неважно, ты свое дело делай. Справишься? Чтобы никому молчать, как могилы, а вдруг они вокруг нас вьются. Куда мы идем? И куда гуляем? А Николай Евдокимович нам домой велел. Как сейчас помню. Да, домой, домой. И так редко гуляем, все время с картом возимся. Слушайте, ребята, гулять так гулять, а? Пойдемте на море, что ли, сходим? Пошли. Пошли. Ты чего? Чего ты? Тихо, ша. Только. Тихо. Николай Евдокимович нам же ведь не велел. Но мы же не специально сюда пришли. В общем, удивил, конечно, всех. Ты видел, как Колька бросает? А я же не вижу, да? Ну, ладно. Пошли, ребята. Раз, раз, и мимо. Всех на свадьбу. Предлагаю пойти в кино. Дай партии, пожалуйста. Да. Вот так. Я сейчас иду, иду. Смотрите, Усатый. Усатый. Старый знакомый, привет. Что, не узнаешь? Ну как, продвигаются ваши мотозаботы? Хорошо продвигаются. Хорошо. Батарейки от Фудзэлектро? Ага. А ну покажи. Сколько за все? Сколько дадите? 2 рубля хватит? Хватит. Держи. Да вот здоров. Вот здоров. Вот такую шайбу пропустили. Что ты хочешь от него? Здравствуйте. 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 Поздравляем с приятной покупкой. Не будем шуметь. Просим машину. Пожалуйста, на всякий случай мое удостоверение. Пожалуйста, я не возражаю. Пожалуйста. А. Ну что, Толик? Ну как? Эй, Круглый, ты никак задаешься? А? Еще героя себя корчит.
спекулянт. А вы что здесь делаете? Ничего. Да, гуляем. Гуляем. А у кого завтра экзамен? Флажковую азбуку выучили? Угу. Голубой, задний на колесе сидит. Желтая опасность. Желтый с черным крестиком. Лидер пошел на последний круг. Ну, хорошо, хорошо. Сочинять будете завтра судейской коллегии. Пошли. А мне пора на тренировку. Алевтина, ты чего? Вон. Женька, а зачем тебя в милицию вызывали? Сережа интересуется. Кожаным? Его Сергеем зовут. А что это у тебя? Паша на радости контрапункт учил. Чтобы я, значит, знал наперед, с кем дружбу водить. А разве я знал, если он таким душевным прикинулся, музыку, говорит, люблю. Не будем касаться. Флажок. Внимание! Тренеры клубов «Искра», «Мотор», «Колесо». До конца тренировки вам остается 15 минут. Повторяю. До конца тренировки клубов «Искра», «Мотор», «Колесо» остается 15 минут. Давай, давай, давай! Куда наш крик, самоделка? Да у нас ленинградского завода, у них Эстония! Зато у нас оранжевые! Зато мы вас всех обгоним! Мне к Николаю Евдокимовичу. Ну, проходи, он у себя. Значит, вы не знаете этого молодого человека? Впервые вижу, товарищ майор. Садитесь. Мальчика помню. Мальчик приносил макулатуру. Помнишь меня, Кучерявый? Вот видите, помнит. Да, лодку собирались строить. На стадионе встретил. Продавал батарейки, я и купил. У меня магнитофон Соня. А вы, молодой человек, тоже не знаете этого гражданина? Не знаю. Вот видите. Меня Сережа попросил передать батарейки Толику и послать его к стадиону. А что в батарейках, я не знаю. Если хотите знать, их на язык пробовал. Ну, как ты разговариваешь с товарищем майором? Кислые. Не научили вас. А где живет этот Сережа? Как его фамилия, отчество? Не знаю. Мы с ним по воскресеньям на пляже встречались. На морвокзале. Он мне струны достал. Вот эти, что ли? Угу. Стэнвей, а в пакетике Паганини Стил. Самые что ни на есть. Ну, так вот что. Струны на твоей гитаре. Это ленинградский набор аккорд. 31 копейка. Сколько? 31 копейка. Здесь тот же самый аккорд. А упаковка на одних красная шелковинка, а на других зеленая. Ну что ж говорить. Душевный парень. Не пожалел труда. Ну-ка взгляни. Тут твоего кожаного нет? Пошли. Самоделка сломалась! Ну, он заглох, ваша рыжая! Ну, так он же неуправляемый! Ты такой же лежит, как какой-то тихарий! Что случилось? Да вот, чихает. Так устраняй. Сейчас. Анечка, Анечка помогает.
Говорят, ты сейчас композитор вроде. Угу, Бетховен. До свидания. До свидания. Ха. Проклятые батарейки, зря их купил. Да, действительно зря. Точно, товарищ майор. Конфуз у вас получился с этими батарейками. Да. Сейчас при обыске вашей квартиры обнаружено 28 таких батареек. И прочая контрабанда на сумму. Не нужно. Товарищ майор, машина прибыла. Хорошо. Пойдемте, Мирон Александрович. Надо же, акула империализма. Вот. Зачем ты ее сюда приволок? Вещественное доказательство. Угу. Вот еще. Что это? Подарок из Сингапура. Положите монетку. Вот сюда, фокус. Ну, давай. Завлекательная машинка. А это что? Молоток! Да. И не жалко тебе? Это ведь и за утиль, за честный, так сказать, труд. За хорошие оценки, за знания всякие, за примерное поведение. Ой, парень, влетит тебе от тетки. Не, она плачет. Ну что с этим капиталом делать? Не знаю, я назад не возьму. Пусть для детской комнаты милиции картину купят. Монну Лизу. У милиции для этого есть свой фонд. Ну, а куда же еще? Ну, не знаю, куда. ЖЭК-17? Здравствуйте. Постников говорит. Тут нам деньги стали поступать. Для организации вашего клуба «Колесо». Сколько? Ну, я не знаю, не считал. Но это у нас живо. У нас по арифметике... Сколько у нас по арифметике? 5. 5 по арифметике. Да. Ну, всего хорошего. Ну, чего сидишь? Считай. Внимание, внимание! Наш микрофон установлен на городском картодроме. Картов класса С на приз газеты «Пионерское право». Эту почетную награду вторично выиграл представитель команды нашего дворца пионеров, перворазрядник Анатолий Снежков. Вот попомните мое слово. Вырасти, будет больше отличным гонщиком. Вот, Евгений, и ты бы мог первое место выиграть. Мог бы, мог бы. А? А, пусть Борька Брысь выигрывает, я по другому делу. Борька, тебе помочь? Нет. Тормоза отрегулировали? Да. Ты чего мешаешь? Начинаются заезды самых юных участников. Карты класса Ю. Ну, ни пуха, ни пера. Рабочий объем цилиндров 50 кубических сантиметров. Все, Борьке уже браслет одели. Какой браслет? Ой, мама, ничего ты не понимаешь. На браслете же все написано. И фамилия, и группа крови, и фактор резвости. Скажи, пожалуйста. Ничего, ничего.
Время такое, я сама ему, ну, куртку гоночную купила. Гонка для младшей группы проводится в два заезда. Победитель получает 4 очка. 4 очка – это сразу третий разряд. А? В гонке участвуют клуб «Комета», клуб «Мотор», клуб «Искра», клуб «Энергия» и клуб «Колесо». Ну, держи. Приняли твои деньги на баланс клуба. Спасибо. Не жаль? Нет. Ну, ладно. Ой, Николай Евгеньевич. Да? Простите, пожалуйста, но вы абсолютно уверены, что эти деньги пойдут на гуманные цели? Надеюсь. Извините, Николай Евгеньевич, у меня... вам просьба, пожалуйста, помогите мне выпороть моего племянника. У вас получится. У вас талант. Педагог. Молодец, Брыш, молодец. Если бы наш Василий так гонялся, давно чемпионом мира был бы. Расти быстрее, возьму в команду. А меня? Хладнокровнее. А начинай меня? Поворот тебя, раньше. И хладнокровнее выходи на прямой угол. А машинка потянет. Похоже, она у нас резвая. Степа. Последи за ним этот заезд.
А я бегу готовить машину для показательной гонки. Не волнуйся, все будет в порядке. Начинается. Все построилось. Смотри, сейчас... Начинается последний, второй заезд машин класса Ю. Вы видите, какая интересная напряженная борьба неожиданно развернулась у самых юных участников. Гаврилин Эти взрослые люди, ослушайте каких-то мальчишек. Это мои ребята, они зря с трассы не сойдут. Нельзя же так. Мне пора. Время. Время вас уже не касается, Сережа. Оно для вас теперь пойдет медленно. Кстати, Мирон Александрович вам поклон шлет. Говорит, скучно ему одному под следствием. Пошли. Гонцы, просто красота. Серебряные трубы, золотые бубенцы, скорость в час верста. А теперь садится гонщик на коня на своего. Гром сигнала, блеск металла, миг, и нету никого. Эй-эй, поехали! Поехали! Эй-эй-эй! Эх, дорога далеко-далеко,
быстрее, 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 быстрее. Кожаные краги, защитный шлем, старт, рывок, поворот. Гонщик, гонщик, ты гонишься зачем? Что тебе покоя не дает? Поехали! Поехали! Эх, дорога далеко, далеко! Быстрее, 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 быстрее! Гонщик, гонщик, в небо погляди, видишь самолет? Он тебя мгновенно оставит позади, все твои рекорды побьет. Да ведь разве в этом дело, кому небо, кому трек? Важно, чтобы ты был смелый и веселый человек.